Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, крошка, крошка, гусанёк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Наконец-то у нас рубрика «Аниматроники пугают охранника» на новой карте FNAF 1. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Мне нравится гусанёк в том, что нам будет очень сложно, так как на этой пиццерии забрали на ремонт телевизоры и камеры. Мы будем ориентироваться по звуку. Слышишь, он идет уже? Где? Где он идет? Я не знаю, ни там, ни там нету. Я слышу, он не может же невидимым быть? Нет. Нет. Блин! Ну гусанёк, я голову... Я устал очень сильно. Первый раз мы пропустили аниматроника, теперь я должен играть очень четко. Я видел баллон... А откуда этот звук? А тут вентиляция есть? Нет. Вроде бы нету. Слышишь? Да. Так где он идет? Че ползет? Че крадется? А ну иди посмотри. Его здесь нет. Я тоже пойду посмотрю. Ой, он меня кинул! Блин! Закрыл мне лицо! Зажимай! Вот ты смотри какой! Эй, уходи! Вот какой баллон бой хитрый. Кинул мне скример. А кто это? Это Бонни, походу. Опа! Ой. Готовься! Блин! Да ну как? Я же нажал клавишу кнопки! Вот зараза какой, смотрите! Вот это хитрый аниматроник попался нам! Мы хоть раз можем подловить, чтобы он нас не убил, а? Ну, я думаю, да. Так, надо позвонить, чтобы нам быстрее починили камеры. Да что такое? Опять убил нас! Он что, на расстоянии убивает? Короче, закрывай двери. Ну, его нафиг. Хорошо, что дверь закрыта. А, не смог, хитрый жук. Так, что-то жарко. Мне уже жарко становится. Так, подожди, открывай тогда со своей стороны. Ух, подышим. Если что, я закрою. И он пропал. Какая-то музыка. Я тоже слышу. Это Балора? Или Скраб Бэйби? Так, я пойду посмотрю. Гусанёк, если что. А! Монти! Я успел! Ну нафиг, блин, я испугался его. Он такой гигантский. Эй, что с тобой? Его заклинило. Або. У него проблемы с батареей. Так, у тебя открыто, да, воздух проходит. Мы не можем держать двери больше, чем 30 секунд закрытыми, потому что мы, скорее всего, умрем. Очень мало воздуха, вентиляции нет. Интересно, а что это за трубы здесь? Или что это вообще такое? Распределение, наверное. Энергии! Отопление! Энергии. Я успел! Гусанёк, ты где? Я умер. Теперь твоя очередь. Кто это? А я знаю этого аниматроника. Крячечка. Так, Чика ушла. Ах ты, блин, смотри, какая хитрая, а. Ого. Блин, все, я не могу дольше держать двери закрытыми. Отлично, я успел закрыть. Что она там делает? Ушла. Смотрит, ушла. Если что, я успею. Даже если она быстро будет бежать, я успею. Нет, нет. А, гусанёк! Ну что ты наделал? Это же хитрый аниматроник сегодня. Ты видишь, что он делает? Ну блин, он этот, какой-то слишком хитрый. Как он нас обманывает сильно. Эти аниматроники очень жесткие, ты заметил? Да. Я увольняюсь с этой работы, я больше не хочу здесь работать. Только доходит ночь и все. Да, надо уходить отсюда будет. Такая тишина. А, бежит. Я успеваю. Отлично. Блин, это было на соплях. Гусанёк, смотри со своей стороны. А что это за челепиздрик? Там мелкий бежал. Недоразвитый эндоскелет. Я не знаю, что это за странный аниматроник. Готовься. Он может очень быстро начать бежать. Хорошо, что у меня дверь здесь закрыта. Это очень хорошо. Его колбасит. Блин, где он? Мне кажется, он сейчас с твоей стороны побежит. Ну да, потому что дверь тут... А ну, открой. О, сразу ветер повеял. Закрывай со своей стороны. Ты сейчас нормально, я успею. А, слышишь? Слышу. Я пойду пройдусь.
Как будто следит за нами. Только как? Опачки! Вот он здесь! Давай, давай, давай! Я тебя не боюсь! Щенок! Опачки! Опа-па! Вот это жесткие аниматроники! Слышишь? Ой! Тут улица есть, мы можем сбежать! Закрыто, это задняя часть! Только мусорка! Так, на улицу мы не можем выйти. Он везде нас убивает. Ты где? Он меня убил на кухне. А ты чё, бутерброд не принёс там никакой? Ну сейчас, там я вроде видел был, сейчас попробую принести. Идём на кухню сходим, постараемся как-то прибежать. Так только тихо, а то... Идём, тихонько. Он кажется сейчас с левой стороны. Он должен быть там, он думает, что мы там. Интересно, я могу дверь как-то закрыть и выйти? Блин, да я сам себя случайно! Блин, я так дернулся, он стоял за углом, ждал нас. На кухню, получается, мы не сможем, да, попасть никак. Вот он, закрыл. Блин, открывай с этой стороны. Фух. Так, побежал. Давай, как он придет на эту сторону, сразу же быстро побежим на кухню. Согласен, мы сможем там закрыть. Закрывай. Есть, не успел. Быстрее, побежали. Гусенька не пошел, думал, обманет нас и убьет нас. Гусанек! Гусанечек! Нет, ну иди! Что-то этот аниматроник вообще нас не... Блин, то я хотел за столом заныкаться и сидеть! Блин, я теперь захотел не то что кушать, а теперь писать захотел. Идем в туалет? Ну, если он даст нам пройти. Ну, тогда что, обосымся просто? Нет, я должен сходить в туалет. Никого нет. Давай по очереди, сначала ты, потом я. О, как я слышу хорошо. Балун боя. Ты ссышь, да? Да, можешь прийти посмотреть. Не-не-не, я не хочу смотреть, как ты ссышь. Мне это не нравится. Я его видел тень. Он невидимо ко мне шел. Ах ты хитрожопый какой, а, аниматроник. Я тебя увидел. Вот он где-то здесь. Где-то он здесь вот. Может он здесь? Так, он с левой стороны, я право открыл. Ай, он меня убил, пока я ссал. Но я успел поставить. Нифига себе, ты ссышь, уже ведро можно было сходить там. Теперь я иду. Ты где? Вот. Давай. Так. Я увидел. Он медленный. Все, пошли. Все, нормально, стою. Нормально все? Да, все четко. Все. Я слышу. Я слышу! Ай, блин! А я живу, меня скример кинул. Вот он. Я его вижу. Что ты, жук? Жучара! Не догонишь ты меня. Смотри, как пытается меня догнать. Ах ты. Не-не-не-не-не-не. Это так не работает. Блин, гусанёк! Ну гусанёк-то, блин! Подловил меня! О! У меня написано старт... Что это всё было? Стартинг ап. Все, давай в офис. Какая-то система. Так все, он пошел меня чекать в туалете. Бежим! А где тут еда? Тут еды нету! Стой, стой, он там. Он что, всю еду сожрал? Может... Ой... Может, в холодильнике будет, еще не знаю. Мне интересно, аниматроники вообще могут есть? Напишите в комментариях, кушают аниматроники или нет. А если едят, то что они кушают? Тихо. Дима, беги. Бежим. Беги, быстрей. Опа. Гусанёк, извини, быстрее с этой стороны. Бегу. Давай. Есть, блин, это было так близко. Прям на соплях просто. Я чуть в штаны не то, что обоссался. А ну повернись, у тебя нема коричневого там? Посмотри. Что-то есть пятнышко. Да нет. Да ну есть там чуть-чуть, но не обмануй. Так. Я открываю дверь. Что это за аниматроник? Где? Слышишь? Колокольчики. Да. Кто это? Гусанёк, если что, закрывай двери. А, ты со мной? Идем. Нет! Есть! Блин! Попит! Страшная.
Так, внимательно смотри. Так, идем пройдемся. Ого! Это кто? Я не знаю. Так, я хочу... А! Выйти! Блин! Ух ты, блин, для ща прописал! Он какой-то неадекватный. Где он? Там где-то. Так, он может быть невидимым. Мы его должны по тени только палить. Я знаю этого аниматроника. О, как здесь хорошо, я сейчас вышел на улицу. Да, я тоже так, иду к тебе. А! Так. Есть! Успел! Блин, это было очень близко! Ну нафиг я ноги поджимаю! Это очень стрёмно! Ты чё пугаешь так? Когда он тебя не заметит, пойди ко мне, тут на скамеечке посидим. Я иду сейчас. А уже практически утро, гусанёк. Да. Мы сутки с тобой... А! Не продержались. Вот это я получил. Давай, ко мне, садись. Встречаем рассвет вместе. Смотрите, уже небо светлеет. Да. Там нам больше находиться нема смысла. О, смотри, кто сзади идет. Блин. Надо куда-то спрятаться. Тут мусорка. А если не шевелиться, она не увидит. Я в мусорке спрятался. Тут, блин, воняет, конечно. Может, от тебя? Вот это звуки она издает. Так, я спрятался. Я тоже не двигаюсь. Ушла. Другой аниматроник идет. Вот он. А! Нет! Я живой! Нет! Нет! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока.